Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Camry гибрид 2018 год. Бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, 178 лошадиных сил, гибридная установка 88 кВт, АКПП, передний привод, красивые литые диски, хорошая резина, пробег 101 тысяча километров, аукционный балл 4, имеются хромированные вставки, повторители в зеркалах, спойлеры. По салону у нас ухоженный темный салон, кожа, непрокуренный, панорамная крыша с люком, эко-спорт режимы, подогрев передних сидений, карбоновая вставка, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, мультируль с голосовым управлением, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, электропривод багажника, антиюз, автосвет, предотвращение столкновения. Электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 126, 116, 117, 117, 136, 105, 108, 114, 119. 119.